пишет, все. Добрый день, мы сейчас в Таиланде. Напротив отеля «Амбассадор» находятся обжорные ряды. Самая дешевая еда, где можно кушать очень за 100 бат обеса вдвоем. Мы нам хватает. Тут вот еще продаются. Hello. Личиночные 50 бат, саранча, сверчки, эти всякие личинки. Но мы в этот раз не брали. Я в Китае поел, тут решил капряда с пивом. Мне очень понравилось, но тут что-то решили не брать. Креветки краба по 50 бат, вот. Да, маленькие. Маленькие. Сели в пиаре. Ага. Обжорные ряды начинают. Вот я находлюсь в отеле. Здравствуйте. Все время берем. Здравствуйте. Берем сюда обжорников. 100 бат стоит. Это самое вкусное. А окунь сколько? Или большой вес, и там свежие мочали. 10 минут готово. Спасибо. Вкусно, хорошо. Вкусно, хорошо. Вот эти по 10 бат. По 10 бат. Продается. 11 штук, 100 бат. Самое вкусное, это, конечно, вот этот вот сон. Это, конечно, объедение. По 100 бат, это самое вкусное. Здравствуйте. Здравствуйте. С собой вас его нет. Да, мы придем. Какой? Сопник? Ну, посмотрим еще, подумаем. Сейчас походим. Вот это мясо по 200 бат. Вот это целый кусок. Да, привет. Ага. Рыбу любую выбираешь. Пройдем. Угу. Спасибо. Лягушка вот такая. 8 штук, 1 на 2. Ой, извини. Готовы уже есть по 150. Пойдем вперед. Я хотела. Лягушки такие сидят, смотрят. А краб? 500. Ну да, морепродукты. Единственная страна, где мы крабник покупали, так как я поймал, довольно вкусно. Угу. Отварили его. Спагетти по 100, 150, том янг 90, но, правда, большая порция такая, нормальная. Слик из коровы, 60 бат. Но самое-самое вкусное, вот этот сомик. Каждый день берем его практически. О, вот это ты брал. Сколько это стоит-то? 30 бат. Ну, да. А здесь счет нет цены. Пойдем. Смесь. Вот акула стоит белая. Акула 200 бат стоит. Вот сердечек. Сердечек. Это прикольно. 1,40 бат, а 3 штуки 100 бат, да? А у нас эти чесночные, хлеб 40 бат. Да вон, наверное, цены. Бат, 2 таких этих.
здесь 40 рублей 90 куска мяса, рис, салат, 120 бат. И как его съесть одному? Ушало. Угу, спасибо. Алло, здравствуйте. Угу. Ну да. Никакого еще. Свинина 120, свинина, курица 120, курица 120. Здравствуйте. Здравствуйте. Ухарь. Ухарь, по-моему, 300 бат. Здравствуйте. Здравствуйте. Покушаха. Сейчас посмотрим. Сунчили 300 бат, чтобы жареный рис креветки. 80 бат маленькая порция мы берем, нам хватает. 150 здоровая. Я не знаю, я вдвоем, наверное, не съешь. Вот напитки. Пиво. 100 бат. Так, ну что здесь выбирать? Я даже не знаю, что тут они. Жареный карри краба. Пойдем дальше, пройдем. Ну, тут все, да. Ну да. Смуси с ликером 80 бат. Здравствуйте. Да нет, пока. Спасибо. Уходим. Сто пятьдесят, 130 чего-то. Вкусно, вкусно. Здравствуйте. Ну что? Все, показали. Приходите сюда, выбираете, все везде очень вкусно, сытно. И приходите. Все, пока.